Здравствуйте, товарищи! Камрад Валтош на связи. В этом видео я покажу вам два типа левитации в Space Flight Simulator. Один без редактора, а второй с редактором. Приятного для просмотра, приступим. Вот наша первая заготовка из пустых баков. Приделайте к ней солнечную панель. И раскройте ее. Теперь к панели прикрепите колесо. Сделайте это точь-в-точь, как на видео. Добавим с двух сторон по такому колесу. Панели, кстати, лучше чуть притопить в корпус. Посмотрим, что получилось. Если вы все сделали правильно, то ничего никуда не упадет. Оно может ездить. А теперь мы просто сворачиваем панели и видим магию вне Хогвартса. Поздравляю, у вас все получилось. Перейдем к следующей постройке. Вот наша вторая заготовка из обтекателя. Поставьте куда-нибудь колесо и сохраните ракету. Откройте Total Commander и перейдите к файлу ракеты. Он лежит в папке по пути на экране. Откройте файл Blueprint и найдите там наше колесо. Необходимо поменять вот этот параметр X. Это ширина колеса. Прикол в том, что вместе с ним меняется и высота. Получается очень веселая хуйня. Чем больше параметра X, тем больше высота. Можно также сплющить колесо, уменьшив вот этот Y, это ничего не испортит. Не забудьте сохранить результат. Загружаем этот чертеж. Снова и видим длинное сплющенное колесо. Прикрепите к постройке пару-тройку таких и все готово. Под обтекателем этого ублюдства не видно. Посмотрим, что получилось. Заебись. На этом туториал окончен. Пока.